как поднимает здесь. Вот как работает. Кран какой, посмотри. Высота, говорит, не работает. Работники, вот поднимает эту трубу. Все прокопано. Вот где мы заходили здесь, лестница, где рыбаки приходят. Эту трубу поднимают, опускают. По всей вероятности, это большие такие тут. Вот видишь как. О, как он стоит на распорке. Все как надо делают. Специалисты. А там кран работает. И вот здесь вот тоже будут, видать, строить. На той стороне там что-то обезвоженное. И здесь все трубы идут, и там дальше. Это сегодня 18 ноября 2023 года, суббота. Вот он показывает, и одна вплотную, и сваривает, видать, сварка. Там он перешеек есть один, они его сделают. Это город Барнаул. Растет красивый город. Какие работники. Видите, какие растения. Вон где корни как далеко растут. А здесь на чем оно стояло. Ну теперь что стояло. Тут ничего, наверное, потом подправят. Вот я все удивляюсь. Какие специалисты все делают. И как все это могут разрушить недобрые люди. Благослови, Господи. И правителей, которые здесь. Вот так. Только подошел и поднимает трубу. А здесь машины, видать, не дошли. Вот трубы, трубы, трубы. И там дальше опять перешеек небольшой. И глина вот это все насыпано. Потом, видимо, засыпать будут. Вот так. Ну, что такое? Что такое? Что? Что, что, что лаешь? Ну... Рука трясется. Ой-ой-ой, какие краны. Какая техника. Не всегда. Колеса наверху. Поднятые. До земли не достают, он поднимает. Смотри как. Молодцы. Во! Работайте. А это вот столбы, которые стояли, теперь они не нужны, а может потом. И там, о, далеко, там это мост, самый большой мост. Почти километр длина его. 940, что ли, метров. Мы каждый день ходим туда, ходили молиться, чтобы его никто не взорвал. Безумие это творят люди, чтобы никто не утонул здесь. Потому что напрасно бодрствует страж, если Господь не охраняет. Вот видишь, один человек, трубы лежат, кран поставлен, он цепляет и опускает. Помоги, Господи. Доброе дело. А то народ запился, не все они запились-то. Вот работают, смотри. Как. Тут многие... Откуда-то приезжие. Здесь железная дорога вот шла рядом. Рельсы убрали, а теперь вот эти шпалы железобетонные. А там он дальше идет за ворот и так дальше идет. Дома 22 этажа. Господи помилуй, благослови. О, вот какой кран стоит здесь. Прям рядом. Вот я стою в стороне. Вот смотрите, как сравните с огромной машиной. И какая длина, и как поднимает все. Благослови, Господи. Доброе дело делают, а весь план-то от нас сокрытый.